Верхневолжье готовится к обильным осадкам, которые в ближайшие дни обрушатся на регион. В частности, в Твери по ночам до 40 единиц специализированной техники убирают городские улицы и обрабатывают их противогололедными материалами. По данным городской администрации, в общей сложности только за последнюю ночь использовано 47 тонн песко-соляной смеси. На полигон было выведено более 2000 кубометров снега. На случай ухудшения ситуации МУБЖЭК подготовлена дополнительная техника, изготовлено достаточное количество реагентов для противогололедной обработки проезжей части и тротуаров. При этом в конце недели тверичанам рекомендуют по возможности воздерживаться от поездок на личном автотранспорте в часы пик, поскольку синоптики прогнозируют сильные осадки. Влажный воздух с Атлантики будет приходить. Наверное, тоже не очень комфортно, потому что вот уже буквально через пару дней у нас на территории области опять будет снег, мокрый снег, дождь, не исключен ледяной дождь, сильная гололедица и повышение температуры где-то числа с 22 по 25, 26. Вот температура вот в дневные часы минус 2, плюс 3 градуса.